Добрый день, уважаемые друзья, зрители моего канала, те, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, я буду вам очень признателен. Хочу сегодня вам рассказать на примере своего автомобиля Volkswagen Passat B5, с какой легкостью можно смотать пробег. При этом ничего сложного нам не нужно. Из оборудования нам понадобится вот такой вот шнурок. Данный шнурок китайский, на чипе T340. Здесь написано вот VAC или KKL-VAC.com for 409.1. С этой стороны VAC KKL. При помощи данного шнура программы VAC EPROM 1.19 сегодня мы будем пользоваться. Ну, естественно, нам понадобится еще ноутбук, ну и сам автомобиль. И спидометр с легкостью можно отмотать. Причем, ну, как бы, на мой взгляд, отмотка спидометра не очень правильна, когда люди так поступают. Зачастую недобросовестные продавцы могут сматывать пробег у автомобиля. И в первую очередь надо, необходимо обращать внимание на состояние того же руля, ручки переключения передач, состояние сидений, насколько они там продавлены или нет. Ну, потертости какие-то и прочее могут сказать о том, какой примерно пробег у того или иного автомобиля. Как отмотать пробег, я хочу вам рассказать не для того, чтобы вы скручивали пробег, а для того, что если вам будет необходимость, например, при замене панели приборов, возможно, у вас панель приборов вышла из строя, и вам необходимо просто одометр скорректировать к тому пробегу, который у вас был до этого, до замены вашей панели приборов. Итак, сейчас приступим. Я вам буду показывать, чтобы вы наглядно могли увидеть, как что делается. Для начала нам потребуется шнур ВАК-ком, нам его необходимо подключить. Подключаем к компьютеру. Включили. Теперь необходимо его включить в наш разъем автомобильный. Подключили мы его и включаем замок зажигания. По возможности выключите отопитель и прочие, как бы, энергопотребители, которые могут посадить аккумулятор. Теперь нам необходимо запустить программу VAC EPROM. Запускаем данную программку. Вот здесь она открывается. У вас здесь вот в режиме, где функции указаны, здесь необходимо выбирать, какой у вас компорт. Первый либо второй. Ну, у меня здесь стоит он второй. Если у вас стоит, например, третий, там, либо четвертый, то необходимо его в настройках. Вот мой компьютер. Сейчас вам покажу. Нажимаете кнопку «Свойства». Выбираете диспетчер устройств. И здесь вот будут видны, что у нас подключено. Вот стоит USB Serial. Вот на чипе 340, как я и говорил. И написано COM Port 2. Ну, COM 2. Все правильно. Закрываем. И теперь нам необходимо считать. Нажимаем кнопку Dash. Red EPROM. Ну, то бишь считывание EPROM. Все, считывание начинается. Вот. Мы считали полностью дамп. Теперь, смотрите, здесь получается в нижнем правом углу у нас стоит вот пробег. На данный момент 415 199 километров. Смотрим, у меня на спидометре также написано 415 199 километров. Я пробег затем оставлю. Сейчас вам покажу данный пробег. Вот пробег, как вы видите, 415 199 километров. Сейчас я попробую, например, скорректировать, поставить 300 тысяч. Ставим 300 тысяч. И жмем set километр.
Все, как вы видите, пробег изменен. Вот, сейчас я специально выключу замок зажигания. Заведу автомобиль. Вот, как вы видите, показывает 300 тысяч. Ну, а теперь я хочу вернуть снова пробег, который был изначально заложен. Точно так же поворачиваем ключ зажигания. Через данную нашу программку устанавливаем пробег 415 199 километров. Жмем set километр. Вот, как вы видите, сейчас пробег 415 199 километров. В данном видео я показал о том, как можно смотреть пробег с легкостью. Вот, этим пользуются зачастую недобросовестные продавцы. У автомобиля они сматывают пробег, причем автомобили можно смотать не только вот у автомобилей Volkswagen, также можно смотать и у автомобилей Audi, Skoda, Seat, такого плана автомобилей. Вот это, в частности, автомобиль Passat B5, дорестайлинговый. Вот, также при помощи программки VAC EEPROM можно считать код панели. Если вы, допустим, захотели себе прошить ключ, привязать еще один ключ, например, у вас один ключ, и вы захотели сделать себе еще один, чтобы не платить по там, $25-30 за ключ, вы можете изготовить его самостоятельно, то бишь привязать, точнее, к автомобилю. Болванку можно пропилить. Об этом у меня есть видео. Внизу я оставлю ссылочку на него. Вы можете посмотреть. Если кто-то хочет себе изготовить ключ, пожалуйста, можете проходить, смотреть, как это все делается. Для того, чтобы нам, в принципе, его прошить, уже необходимо будет также программка VAC EEPROM и программа Vasya Diagnost. Ну что ж, уважаемые зрители, кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Всем удачи и до новых встреч. Пока.